Сейчас мы начнем новый выпуск. Собственно говоря, будем продолжать проходить метро. Мы все проходим по стелсу на хардкоре. Ай, блять, выключите свет. Все, лежу, батя, не стреляй. Погоди-ка, Артем, ты что ли? Ебать, это кто, дядя? Это Андрей? Мне удалось отправить весточку в Орден через своего старого знакомого Андрея Кузнеца. По крайней мере, Мельник узнает, что я жив. Что я не справился с его заданием, но и не отказался выполнять его. Охуеть, Андрей выжил. Заебись. Да, но ты влип, парень. Ну ничего, я тебе, пожалуй, смогу помочь. Есть у меня связи. Так, вот этого тоже соскриним челика сразу на превьюшечку. Да. Так что сообщение твое в Орден передадим. А сам ты сейчас, значит, в поле собираешься? Прямой дороги туда отсюда нет. Но в старой церкви на болотах неподалеку Ордена есть база. Так что отправляйся, пожалуй. Новая глава. Если удастся передать вашим весточку, там тебя уже встретят. Блин. Да, брат. А у меня тут новая жизнь. С Кузнецкого моста я ушел. Его совсем красные под себя подмяли. Войну почуяли. И теперь ищут везде шпионов. Все под одну гребенку и в лагеря. И вот народ и побежал. Из Кузнецкого, да и из самой красной линии. Видал, красные бронепоезд строят. Ну и мы строим. Построили, точнее. Из деталей, что беженцы с моста тащат. Вот, полюбуйся. Красавица. Понятно, кому они тащат. Мужики даже имя придумали. Как в такую не влюбиться? Да, хороша. И потрудилась славно. Столько народу вывезла. Только теперь возить уже некого стало. Все либо ушли, либо в лучшем случае по лагерям и штрафбатам. Так что бери. Залезай. Ну спасибо, деда. Спасибо, дед Андрей. Попробуй завести. Мы это-то я все подкручиваем по инерции. Так что управление сейчас не самое. Зато свет что надо. Пауков с ней можешь не бояться. А в дальних туннелях их полно. Хорошо, спасибо. Поезжай, Артём. Тут путь не близкий. Лучше времени зря не терять. Окей, поедем, дядя. Удачи, брат. Я чувствую, что здесь сейчас будут пауки. Жопа моя это чует. А что, за что вспышку-то дали? Я опять что-то... Блять, лампочка лопнула. Зачем? Главное, нахуя? Пауки. Нахуя я забыл, что я забыл в их логове? Брысь. Нечисть, сука. Спи. Ебать, пакетики шубуршат. Слышь ты, яйцо-брюху, иди. Тихо, блядь. Лежать. Лежать, кому сказал. Сука, два таракана.
Ну, сука, горите. Еще один. Брюхастый. Ага, лежать. Блять, всем, сука. А вы не охуели под фонарик прыгать? Я могу его поярче так и сделать. Тихо, всем лежать. Всем переворачиваться. И что это происходит здесь с вами? Вы что, охуели? Сука! Хорошо, нахуй мне сюда надо? Кто-нибудь напомнит? Здесь что-то красное светится. Что, не нравится? Не нравится, да? Опа-на. Заставить 10 пауков перевернуться на спину. Нормально, неплохо. А где они меня прошлый раз положили? Так, хорошо, мы включили свет, допустим. Но для чего? Не просто же так. Жечь 50 паутин, блин, сегодня прям выпуск достижений. Мы же должны где-то что-то найти. Что-то помимо этого. Нет? Серьезно? Либо я чего-то не вижу. Тут одно из двух. Или из трех. Блин, я уже так далеко прошел игру, мне кажется, будто я немного ее прошел. Ладно. Допустим, что мне это дало? А, это я типа ворота открыл? Так, хорошо, паучиноры. Давайте мы это все по Шурику проедем. А вот здесь мы выйдем, пожалуй. Так, свет сразу включаем. Значит, столько мой ебет. Не, здесь просто лампочки трескаются, нормально. Где? Нет, этот замок нельзя снести. Точно, точно. Плюс одна снайперская винтовка. А что здесь такого есть? Я так понимаю, ничего такого здесь и не было. Хорошо, она просто простреливается, окей. Блять, уйди. Сука, ебучий скример.
скример, блядь, недоделанный. Хорошо, сохранение. Понятно, нет питания. Значит, берем так. Просто как можно быстрее бежим. Понятно, это для пауков, не для меня. Артему худеть пора вообще. Просто бежим. Ага, свет. Твари. Что, не нравится вам красный свет, да? Будет забавно, если я сейчас свет включу, у меня свет потухнет. Тут везде должен свет загореться. И они не должны себя так кайфово теперь чувствовать. Я вот могу спокойно теперь пролутаться. Понятно, тут, собственно говоря, здесь полезного-то ничего и нету. Супер, у нас фильтров на 15 минут, прям это вообще отлично. Это вообще very good, very nice. Блять, я понял намек. Можно же? За мой вандализм дали вспышку, забавно. Ебучие мухи. Дрезина, которую засыпала, хорошо. Я так понял, мы полностью не восстанавливаемся, да? Как это есть в обычном режиме. Мне, блять, вот интересно, как он здесь людей провозил-то, если здесь все закрыто. Пусть убежит. Я думаю, здесь нам нужно газу дать. Тут схрон, который нам нужен.
Будет намного лучше, если они не завоют. Конечно, без модификации, но все-таки это получше. Так понял, на эти места тоже распространяется стелс, собственно говоря. Так, хорошо, туда не тянет. Ну, пойдемте откроем контейнер и поедем дальше. ...48 патронов, вообще шикарно. Нам бы найти теперь, где у кого можно чем закупиться. Это будет вообще замечательно. Замечтательно будет. Без этого никак, значит, без убийства никак. Хорошо. Двигаем дальше. Вот он, ебать, бежит, бежит. Ля какие, ля какие. Хорошо. Нормально. Калаш по ним вообще шикарно сносит. Так, я убил черного. Так понимаю, это был намек зайти сюда. Ебать, а череп-то чё, откуда его полетел? Хорошо, меняем фильтр. Не облучаемся радиацией. Блять, повешенный человек. Ебать, аномалия, ебать, жутко выглядит. Снайперка на кунец-то. Винтовка Мосина, отлично. Да еще не аби какая, еще модифицированная. Бля, челик повешен. Ебать, иди нахуй. Блять. По съебам. Бля, это жутко. На самом деле это пиздец жутко. Да опять вы рататуи ебучие. Ты сдохнешь сегодня? Ебать, какие они противные. Давайте, по одному, прыгайте. О, стоп, я туннельчик пропустил. О, еще двое прыгают.
Блять! Да блять, он лежал просто. Далеко убежал? Ебать, грибы светящие, такое. Не, вот это страшно. Блять, опять жуткие помещения. Бля, может мне напомнит кто-то, чем я туда вообще прусь? Вот за что... Молчи, псина, сука! Хорошо. Чтобы поднять тревогу, я сюда перся или что? Или это какой-то схрон? Пора менять фильтр. Нормуль. А можно не заряжать, пожалуйста, дорогие патроны? Блять, я никогда не понимал, что это за дротики, нахуй они нужны вот тут. Я так понял, я это по приколу сделал, туда прошел-то, чтобы вспышечку получить. Ладно. Ползем дальше немножко потихоньку. Может, без света нужно ползти, типа здесь, а? Блять, как он красиво залагал. Это великолепно. Ой, бать, отбить атаку стражи, не получив повреждений. Охуенно. Подожди-ка, может тут заметочка будет? Блять, кстати, да, я в этой локации не нашел ни одной заметки. Это очень обидно. Я застрял. Ну хорошо, поехали дальше. Фильтр поменяем и поедем. Ебать, а кто вот заколотил эти проходы? Вот тут лучше уже пригнуться. И держаться покрепче, как раз таки. Ну, так тоже нормально. Группа Павла двигается на Третьяковскую. Она же Венеция. С опозданием в несколько часов. Да и двигаются они по обжитому тоннелю. Но я их догоню. Не имею права не догнать. Вообще неплохо мы разбили свой противогаз. Нормально, что там по ОБСу. 24 минуты прошло, супер. Здесь что, здесь ничто у нас? Все как обычно, все супер. Давайте поедем дальше. Ебать, ну завелает же. А рычит-то как, прям как новенькая. Ну почти. Тихо, не стреляйте. Сучара! Стой, кто идет!
Стрелять будем! У нас оружие! Ей-богу, оружие! Ленин! Да видим, видим! Да это не ГБ вроде. Форма незнакомая. Может, из наших кто? Глянь, как он стволами обвешан. Не стреляй, братишка! Мы люди мирные. У нас тут женщины, детишки. Нас не трожь, и мы не тронем. Мы беженцы с красной линии. Я тут за старшего. Командовать мне, правда, некем. Все боеспособные шли другим караваном. На полкилометра впереди. Думали, защитят нас, если что. Не защитили. На них напали. Стрельба, крики. Теперь затихло, но из наших никто не идет. Так что дальше нам пути нет. Назад тоже нельзя. Там нас только расстрел ждет. Ты, я вижу, человек бывалый. Выручи, а? Нет, нечего терять. А детей жалко. Им бы жить да жить, понимаешь? Как тебя выручить-то, брат? Так что же мы теперь? Как же мы без них? Да может, живы еще. Че ты хоронишь-то раньше времени? Ну-ка, давайте обменяем, что есть у тебя. Стрельба! Давайте на тенью пока месяц. А теперь тихо. А вдруг отбились? А чего? Не идут тогда. 50-67. Подождем. А как вы думаете, они всех... Вот этот поставим. Может и всех. А может и того хуже. И вот это вот. Там ведь и женщины были. Нет, здесь каниматор. Не знаешь ты, Яша, жизни. Эх, дай тебе Бог и не узнать ее с этой стороны. Так что, по тюнингу здесь только прицел поставим. Да что мы там навыручаем? В укратку нахуй коллиматор берем. Если мы сбоку зайдем и возьмем бандитов в оборот. Ну давай собираться тогда. Я вам дам собираться. Баб с детишками кто охранять будет? Что же нам, бросили? Парень приезжий поможет. Он один 20 таких вояк, как вы, стоит. Все, я понял, про что он зачем? Говорил. Зачем ты меня потащил, пень старый? Послушал Андрея кузнеца этого. Не унесешь столько. Все готово. Хорошие патроны. Покупай. Бывай. Ты меня потащил. А теперь нам всем крышка. Из-за тебя и кузнеца твоего, урода. Да ты думаешь, что говоришь? Андрей святой человек. Он же всех нас вывез. И многих до нас. А ты на него... Дура. Вывез как же? Бандитам в руки вывез. Откуда ему про бандитов знать было, а? Должен был знать, раз обещал. Ага. Бандисты? От них-то он нас спас? А толку, если теперь к бандитам все попадем? Дура ты! Глаза б мои на тебя не смотрели. Ты вот, Яша, скажи, чего бежать-то надумал? Так мобилизация. Да кто тебя такого богатыря взял бы? Это раньше знали. А теперь повестка пришла. А с тобой что не так? Мать говорит, убьют в первый же день. Заходи с твоим везением. А то пристроила меня в караван этот. И видно зря. Ну, твое дело молодое. Устроишься, если доберемся куда. Это 20 лет отслужил. 20. Дали пенсию. В день 100 грамм грибов и патрон. А милостыню просить не дают. Говорят, позорю родину. Вот и думай, предать или подохнуть. Решил предать. Хотя где я такой нужен? Я чё ушла-то? Война скоро. А наши станции на самой передовой. Прошлую войну побежали было. А там заградотряд. И всех, баб, ребятишек, стариков расстреляли. Чтобы на других станциях паники не было. Так что я теперь ученая. Решила не ждать, пока начнется. А тут встряли. Да, нелегко вам там на крайних станциях. Но и у нас не сахар. Моего призвали. Ждала. Потом стучит ко мне сослуживец его. Думаю, все, убили. Нет, говорит. Фашисты в плен его взяли. А это же значит, семью в лагерь. Если сдался, значит предатель. Папа не предатель, папа герой! Герой, герой. Конечно, герой. Конечно, герой. Ой. Блять, как-то грустно все. Это прям пиздец как грустно. Пойдемте разберемся с их отрядом тогда, что мне тут. Блять, прилег он тут отдохнуть. Где там эта переправа? Бандитами. Пустите, это там что,
Опять это лошадило. Дай хрен на них, не отвлекай. Блять, голос как у Павла. Пустите, умоляю, не надо. Завали хлебала, сучка. Помогите, помогите. Не верещи, не поможет. Тут нет никого. Выкли... Короче, просрело. Давай ты первый раз выиграл, а я пока на стрёме. Лады! Давай, сука, раздвигай ляжки! Пожалуйста, не надо! Не надо! Всё, беги, дура. Где ты там? Такой дерзкий. Ты тоже спать пойдешь. Ебо, у него что навороченное, прям хорошо. Ну все, ты можешь идти. Ты вставай, иди. Ладно, не хочет она уходить. Машину надо вернуться сказать. Или как? Все, разби... Блять. Не хотят они такое слушать. Ладно, пройдемте дальше просто. Остальных бандитов вырубим. Ну что ты там, бля, копаешь? Все страшно, вспоминали уже. Не, ну чисто вдруг что осталось там, маслята или еще что? Ну барахло, вон у меня сколько, они чисто протыкают. Ну ты, бля, давай там шуши тогда в темпе. Пацаны там на хате уже поляну небось накрыли. Шевели поршнями. Западло, мля, точилась женщина. До хаза мы их стопудово не топрём. Но жаба мне давит. Западло. На жизни? Я теперь не нужны. Ща. Думали, в большом метро пересекаться. Ой, нахуй динамит. Пять. Командовать мне, правда, некем. Все боеспособные шли другим караваном. Ёбаный шашлык. На... Впереди. Думали, защитят нас. Если что, не защитили. На них напали. Стрельба, крики. Теперь затихло, но из наших никто не идет. Так что дальше нам пути нет. Назад тоже нельзя. Там нас только расстрел ждет. Ты, я вижу, человек бывалый. Выручи, а? Нет. Сюда коллиматор терять. Нужен. А детей жалко. Им бы жить да жить, понимаешь? Что же мы теперь? Как же мы без них? Да может живы еще. Че ты хоронишь-то раньше времени? Стрельба-то какая была? Стрельба! Давайте этот патрон 300 возьмем вот так. А чего? Бывай. Не идут тогда. Но придут еще. Подождем. Да идут они, конечно. Они всех убили? Может и всех. А может и того хуже. Куда уж хуже. Там ведь и женщины были. Не знаешь ты, Яша, жизнь. Эх, дай тебе Бог и не узнать ее с этой стороны. Так что, пойдем наших выручать? Да что мы там навыручаем вдвоем? Ну их там прижали, если мы сбоку зайдем и возьмем бандитов в оборот. Ну давай собираться тогда. Я вам дам собираться. Баб с детишками кто охранять будет? Что же нам, бросить их? Парень приезжий поможет. Он один 20 таких вояк, как мы, стоит.
Ну зачем? Зачем ты меня потащил, пень старый? Послушал Андрея Кузнеца этого. Безопасно, все готово, быстро доберетесь. И меня потащил. А теперь нам всем из-за тебя и кузнеца твоего, урода. Да ты думаешь, что говоришь? Андрей святой человек. Он же всех нас вывез. И многих на нас. А ты на него дура. Вывез как же? Бандитам в руки вывез. Откуда ему про бандитов знать было, а? Должен был знать, раз обещал. А гибисты? От них-то он нас спас? А толку, если теперь к бандитам все попадем? Дура ты! Глаза б мои на тебя не смотрели. Ты вот, Яша, скажи, чего бежать-то надумал? Так мобилизация. Да кто тебя такого богатыря взял? Это раньше не брали. А теперь повестка пришла. Пушечку надо забрать обязательно. Мать говорит, убьют в первый же день с твоим везением. Пристроила меня в караван этот. И видно зря. Ну, твое дело молодое. Устроишься, если доберемся куда. Я-то 20 лет отслужил. 20! Дали пенсию, в день 100 грамм грибов и патрон. А милостыню просить не дают. Говорят, позорю родину. Вот и думай, предать или подохнуть. Решил предать. Хотя где... А сколько тебе лет, что ты на пенсию выходишь? Я чего ушла-то? Война скоро. А наши станции на самой передовой. В прошлом году побежали было. А там заград отряд. И всех, всех, баб, ребятишек, стариков расстреляли. Чтобы на других станциях паники не было. Так что я теперь ученая. Решила не ждать, пока начнется. А тут встряли. Да, нелегко вам там на крайних станциях. Но и у нас не сахар. Моего призвали. Ждала. Потом стучит ко мне сослуживец его. Думаю, все, убили. Нет, говорит. Фашисты в плен его взяли. А это же значит, семью в лагерь. Если сдался, значит предатель. Папа не предатель, папа герой! Герой, герой. Конечно, герой. Герой. Блять, это же сцены, это же диалог из конца игры. Вроде в конце игры, когда похоже на плохую концовку, там было что-то такое примерно сказано. Хорошо, раз помогли. Так, тихо. Сейчас он придет. И мы с ним проделаем то же самое, что они хотели проделать с ней. Давай, давай, шуруй быстрее, ляжками шевели. Все, нож, нормально, блять. То бросил он динамит, пиздец. Еще скоро пашники с красными резьбой начнут, и тут мой разум.
вернемся. Кому вода, кому мать родна? Лады, а что с этими-то дальше делать? Бугор сказал так. Мелкий и баб. Брать, праздновать. Мужиков того почитать. Закали лапью. Вы мужики или бабы? Баб вам не сказали, пока подберешь. А если мужики, то все, извиняй. Я мужик, а ты скот. Ну, блядь, давай. Может, в упор хоть попадешь? Нормально, с двух пуль отлетаем. Командовать мне, правда, некем. Все боеспособные шли другим караваном. Да, блядь, чекпоинт же был, сука. Думали, защитят нас. Если что, не защитили. На них напали. Стрельба, крики. Теперь затихло, но из наших никто не идет. Так что дальше нам пути. Да это нет. Пиздец. Назад тоже нельзя. Там нас только расстрел ждет. Ты, я вижу, человек бывалый. Выручь, а? Нет, нечего терять. А детей жалко. Им бы жить да жить, понимаешь? Конечно, понимаю. Выручим. Так что же мы теперь? Как же мы без них? Да может, живы еще. Че ты хоронишь-то раньше времени? Стрельба-то какая была? Стрельба! А теперь тихо. А вдруг отбились? А чего не идут тогда? Ну придут еще. Хорошие патроны. Подождем. Все, понял. Как вы думаете, они всех тут не наторгуешь? Может и всех. Может и всех, а может и не всех. Куда уж хуже. Там ведь и женщины были. Не знаешь ты, Яша, жизни. Эх, дай тебе Бог и не узнать ее с этой стороны. Так что, пойдем наших выручать? Да что мы там навыручаем вдвоем? Ну их там прижали, если мы сбоку зайдем и возьмем бандитов в оборот. Ну давай собираться тогда. Я вам дам собираться. Баб с детишками кто охранять будет? Что же нам, бросить их? Парень приезжий поможет. Он один 20 таких. Оп, анимация. Боят, как бы стоит. Зачем? Зачем ты меня потащил, пень старый? Послушал Андрея кузнеца этого. Безопасно, все готово, быстро доберетесь. И меня потащил. А теперь нам всем крышка. Из-за тебя и кузнеца твоего, урода. Да ты думаешь, что говоришь? Андрей святой человек. Он же всех нас выявит. И многих до нас. А ты на него дура. Вывез как же? Бандитам в руки вывез. Откуда ему про бандитов знать было, а? Должен был знать, раз обещал. Агибисты, от них-то он нас спас. А толку, если теперь к бандитам все попадем? Дура ты! Ай, блять. Глаза мои на тебя не смотрели. Ты вот, Яша, скажи, чего бежать-то надумал? Так мобилизация. Да кто тебя такого богатыря взял бы? Это раньше не брали. А теперь повестка пришла. Мать говорит, убьют в первый же день с твоим везением. Пристроила меня в караван этот. И видно зря. Ну, твое дело молодое. Устроишься, если доберемся куда. Я-то 20 лет отслужил. 20! Дали пенсию, в день 100 грамм грибов и патрон. А милостыню просить не дают. Говорят, позорю родину. Вот и думай, предать или подохнуть. Решил предать. Хотя где я такой нужен? Я че ушла-то? Война скоро. А наши станции на самой передовой. В прошлую войну побежали было. А там заград отряд. И всех, всех, баб, ребятишек, стариков расстреляли. Чтобы на других станциях паники не было. Так что я теперь ученая. Решила не ждать, пока начнется. А тут встряли. Да, нелегко вам там на крайних станциях. Но и у нас не сахар. Моего призвали. Ждала. Потом стучит ко мне сослуживец его. Думаю, все, убили. Нет, говорит. Фашисты в плен его взяли. А это же значит, семью в лагерь. Если сдался, значит предатель. Серьезно, папа, блядь. Предатель, папа, герой! Герой, герой. Конечно, герой. Давайте побежим по-быстрому. Пустите!
говорит? Опять это лошадина? Дай хрен на них, я приказ. Пустите! Пустите, умоляю, не надо! Завали хлебала, сучка! Помогите! Помогите! Не ведь чей не поможет? Тут нет никого. Короче, протела. Давай ты первый раз выиграл, а я пока на стрёме. Лады! Давай, сука, раздвигай ляжки! Пожалуйста, не надо! Не надо! То есть нам нужно хотя бы спасти один караван. Шевели поршнями! Фуфел, это не место. 100 лет тут простоим, ни одного каравана. Да блять! Мужик! Да что? Что такое? Хуй? Кто это, блять? Командовать мне правда некем. Все боеспособные шли другим караваном. Сука! Полкилометра впереди. Думали, защитят нас. Если что, не защитят. Пиздец.